Пацаны, с горки лечу просто. Вау! Да я в космос просто, пацаны, все улетел. Размотался просто, ребята, это жестко. Хей, всем здорово, чуваки, с вами, как обычно, Ярлюха, мы продолжаем играть на 13-м сервачочке Радмир КРМП, или же Hustle Online на телефончике, как хотите, называйте. Сегодня мы продолжаем прокачивать наш обупенный гелик. Гелик Ралюхи, ё-моё, который мы купили в предыдущих сериях. Я его уже затюнинговал, я уже его покрасил, все когда, ну, конечно, колеса не менял, диссончики, да, надо было тоже посмотреть. А сегодня я хочу его чипануть, потому что я хочу просто выдавить из него максимальную скорость, ё-моё, чтобы он просто летал как комарик, чтобы он был мега быстрый. Ребята, с вас обязательно лайкосик, подписочка на канал, если вы еще до сих пор этого всего не сделали. Смотри до конца, будет очень круто и интересно. Приятного просмотра и приятного аппетита. И ты меня еще спрашиваешь, а как скачать вообще и поиграть в Радмир вместе с тобой? Слушай, ну на компьютеры очень легко, как я тебе уже и говорил, а вот на телефоны давай я тебе расскажу. Все очень просто, ребята. Нажимаешь на название, переходишь по первой ссылочке. У тебя открывается сайт, нажимаешь регистрация и вводишь свое имя и фамилию на английском. Имя, потом фамилию, вот так вот. Тут нужно ввести электронную почту, придумать пароль, поставить галочку и нажать зарегистрироваться. Тебе придет код на почту, вводишь его, подтверждаешь. Опачки, все, почти готово. Нажимаешь на крестики, теперь нам нужно закачать игру. Загрузить, нажимаешь. Переходишь на сайт и нажимаешь установить. Ждешь скачечки, ну зависит от интернета твоего, да? Быстро там или медленно. Все, играть! Нажимаешь тут, разрешаешь как бы, почти готово. Тут нам нужно загрузить обновление. Да, загрузить нажимаешь, оно у тебя закачивается. Вводишь свой никнеймчик и выбираешь 13-й сервер. Я играю только там. Нажимаешь далее, играть, вводишь свой пароль от аккаунта, который ты придумал при регистрации своего аккаунта. Все, нажимаешь войти, тебе еще раз на почту придет кодик, ты его тоже вписываешь, и вот он, Hustle Online, ребята, вы зашли, поздравляю. Теперь вы готовы играть и покорять этот мир GTA на телефонах, ребята, всех жду. Ну и, конечно, в игре не забывайте вводить мой промокод Райлюха, который даст вам бонусные бабосики. Очень просто, в чатике просто пишешь пи-код и все, вот промокод. Так, ну первым делом наш геличек надо, конечно же, помыть и заправить, потому что он у нас грязный на 44%. Давай, автомоечка, все, помоем нашу машинку за 4444 рубля, чтобы она была чистая и лучистая, да, потому что она реально, машинка у меня уже грязненькая. Уж очень много я на ней, конечно, наездил по грязюке. Да, давай, давай, чистишь, чистишь, чтобы все чисто было. Давай, автомоечка, автомоечка, все как надо, давай, машинка, чтобы было все в ажуре. Опа, 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 что, все? Не, ребята, еще 20% грязи на машине осталось. Сейчас у меня все прям смоется вся грязь, и мы, ребята, еще заправимся. И сейчас я вам покажу вообще, что за скорость у моего гелика. Да, потому что сначала нужно проверить вообще максималочку. Ну, я помню, что то ли 240, то ли 220, что-то такое. Так, все, помыли тачку на прокачку. И погнали мы теперь, пацаны, на заправочку, получается. Так, подожди, какой-то пацанчик, Лада Кайф, заправляется. Сейчас я тоже, пацаны, заправлюсь, так сказать. Давай, 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 улепетывай отсюда. А, вот, все, я могу и так. Так, 95-й по максам, пацаны. Заправляем, заправляем. И просто... Просто все, давай теперь мы тестанем, ё-моё, наш гелик на скорость. Вот просто на прямичке, я не знаю где, давай, давай вот тут, просто втопили. Спидометр справа снизу, ребят, напоминаю. Ну вы сами в принципе видите. И вот посмотри просто, какой он быстрый у меня. Это вообще без прокачки. Ну, кстати, сейчас многие, кто играет, да, на Радмире, скажут, какой нафиг быстрый, у тебя он еле едет. Ну, возможно, пацаны, возможно, вот, смотри, 220, а смотри, 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 ну-ка, 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 200. Да, не 20, а 30 максималочка, 230 километров в час. Да, и, короче, сейчас мы поедем в чип-тюнинг, извиняюсь, что-то закашлял, приболел. Так, ну, не смешно. Вот, короче, да, сейчас мы поедем в чип-тюнинг, получается, затюним просто наш геличек. Я очень сильно надеюсь, что он станет ехать гораздо быстрее.
после нашего тюнинга. Блин, а я тут вообще развернусь? Куда я вообще поехал? Давай, вот тут. Разворотик такой. Ляс. Ты вообще вот в комментарии пиши, как у тебя дела, как у тебя погодка за окном, как твое настроение. Потому что, ребят, я ваши комментарии все читаю, лайкаю, а крутой комментосик попадает в видосик. Да еще и плюс напиши в комментарии свой никнейм, да, чтобы если мы встретились в игле. Чтобы встретились на 13-м сервачочке, то я тебе могу даже бабосика отсыпать. Да, если, конечно, ты попросишь, то мне вообще без проблем, мне не жалко, я, в принципе, не жадный, да. Поэтому пишем обязательно, да. Потому что, вообще, вот мы с Муркой даже думали, было бы прикольно вообще на этом сервере сходку какую-нибудь устроить. Но это надо, чтобы, конечно, вас было очень много, да. Опа, штрафик поймали. Да пофиг, в принципе. Так, да, ну, это надо подумать. Это надо, чтобы просто было очень много людей, своих на сервере, да, так скажем. Вот, когда будет много-то, да, уже что-нибудь, да, и придумаем. Поэтому обязательно заходите, пацаны. Так. Ну, а я, в принципе, получается... Так, вот я не туда, да, поверну, надо вот туда вот свернуть. Я, в принципе, уже приехал к чип-тюнингу, к тюнингочку. Чип-тюнингочек вот тут он находится. Сейчас я заеду, ребята, пацанчики, под замком карманчики. И посмотрим, сколько вообще все это дело у нас стоит. Тачка у меня вообще не прокачана, бабки у меня есть 11 лямов, в принципе, с кейсов мы выбили, да, ну, ты помнишь, я думаю. Так, и получается, давай, первый уровень, второй уровень и третий... А, 4 ляма, да, стоит. Слушай, а могу ли я сразу взять и установить третий уровень? Вот этот. А, вы должны установить все улучшения по порядку. А, ну смотри, то есть мне нужно сначала первый, да, поставить. Ну давай, первый получается. Поставим, извините. А, пацаны, я думал... А, нет, а, ну давай все. Я думал, тут надо много-много всего платить. Так, устанавливаем вот это получается улучшение, радиатор. Я думаю, я его спрячу куда-нибудь вон туда, вовнутрь, чтобы он, в принципе, мне не мешал. Давай вот мы его пониже и туда, прям вот так. Во, вот так. Поставили. Все, начать. А, ну вот так, а как? А, вот сохранить. Так, все, бабки потратили, давай дальше. Выхлоп поставим. Выхлопочек тоже, я думаю, его... А, ну подожди. Выхлоп, кстати, можно уже, в принципе, оставить. Ну, конечно, не будет слишком это самое по-дурацки выглядеть, как ты думаешь? Просто не хотелось бы. Хотя, в принципе, пофигу, ребята, мне кажется. Если уж колхозить, потому что у нас реально заколхоженный вообще гелик по максималке. Просто, блин. Поэтому можно его до конца, в принципе, добить. Вот так можно поставить. Пусть будет так. Если что, я надеюсь, там потом можно поменять. Мне вообще, в принципе, пофиг. Пусть так торчит. Так, уровень 2, ребята. Уровень 2 получается... турбина, ё-мо. Турбин куда поставим? Во! Вот это уже другой базар, пацаны. Так, давай-ка в середку и прям вот так под капот. Бам! Все, спрятать. Недопустимо. А что недопустимо? О, вот так. Все, сохранить. Так, и третий, ребята, уровень прокачечки у нас. Начинаем. Что у нас там? Нагнетатель. Нагнетатель можно поставить. Не, пацаны, давай нагнетатель, я не буду его прятать. Это вообще кринж, конечно, полный. Вот так. Да, ребята, да. Это будет топово. Отвечаю, во, вот так. Давай. Это что мы сделали вообще с геликом? Это полный понос. Полнейший просто. Но я все поставил, пацаны. Все поставил. Выходим. 4 ляма на балансе. И теперь я надеюсь... Что у меня с глушаком сзади вообще? Криво поставил. Не, в принципе. Нормально. Слушай, подожди. Не, стой. Я бы глушак на самом деле чуть-чуть переставил. Это можно сделать вообще или нет? Так, подожди. Вот это первый, да, выхлоп. Редактировать. О, пацаны, можно. Это жесть, пацаны. Это реально жесть. Так, пацаны, давай вот так, получается, в бок. И куда-нибудь его вон туда запрячем. Можно... А можно его сейчас спрятать просто? Взять и спрятать его нафиг. Вот так. Вот, давай спрячем. Он реально некрасиво выглядит абсолютно. Так, все. В принципе, сделали. Все, не хочу, чтобы такой глушак у меня был. Все, ребята. Так, давай теперь мы затестируем на скорость наш прокачанный Гелендваген. И да, он действительно прокачанный. Теперь-то уж точно. Сейчас мы выйдем на дорогу и просто глянем, стал ли он ехать быстрее. Если нет, было точно обидно. Это значит, я вообще лошара полный. Так, ребята, разгоняем. Ну, в принципе, смотри, уже. Так, подожди. Давай топим нафиг. Гоним. Так. Да, быстрее стал, ребят, 240 уже лечу, 250, 260 км в час, ребята, 270,
Сейчас в космос улечу уже, пацаны. Ё-моё! Да ладно, блин, ребят, это нужна прям прямая дорога. Вот тут я не могу затестировать. Давай вот я лучше на такую прямую, прям жесткую дорогу, а хотя она уже вот у нас, в принципе, слева, да? Ну, конечно, за корючками немножко, да, но если там сейчас выехать и напрямик поехать, то босс, в принципе, четко. Нифига ветер наваливает, гелик! Реально! Вот теперь можно реально гонку с Муркой там устраивать по любасу, потому что с таким геликом я теперь вообще любого порву! Любого вообще абсолютно, посмотри! Я реально фигарю, просто фигачу очень быстро! Так, я, конечно, не туда поехал, как обычно, да? Я, конечно, этот лошпендросель немножко, но я немножко перепутал! Ребята, как же у меня теперь наваливает гелик! Опа, поймал штраф, да пофиг мне! Послушай, вроде прямая будет, да? Жесткая причем. Длинная, вот здесь, городская. Все, втопили. Главное не улететь. Давай, погнали. Погнали, пацаны. Просто топим. Давай, с гидравликой. Пофиг вообще на сигнал светофора. Летим. По гор... Вообще, ребят, это жестко. Вот это реально жесткая теперь тачка. Вот напиши в комментарии. Мне кажется, то, что... Опа, чуть аварии не было. Мне кажется, сейчас просто машина реально преобразилась в лучшую сторону. Так, я, конечно, хотел на какую-то прямую вообще нормальную, ребят, приехать. О, мне кажется, куда-то вот сюда надо, ребят, по любасу. Да, пацаны, вот тут прямая дорога. И давай-ка мы сейчас просто против... Да пофиг мне на штраф. У меня крутой гелик прокачанный, нафиг. Давай, все, полетели. Пожалуйста. Я просто хочу максималку посмотреть. Ну я, блин, посмотрю максималку или не посмотрю. Уа-а-а! Кто тут едет, блин? На скутерах. Ё-моё. Так, давай в горочку. Из горочки. Просто все втопили. Втопили. 270 есть, пацаны. 270. 280. Ребята. 290, вот. Ё-моё, сейчас улечу уже. Капец. Ребят, ну это жестко. Тут прям нужна прямая дорога. Потому что тут у меня не получается. Тут реально одни повороты. 270. 270, 280 км в час, ребята. 280. Да там, ребят, и до 300 мы можем, походу, дойти км в час, потому что мне реально просто... Уа! Ё-моё! Я чуть не ушатал сейчас. Опа, пацанчик на мэрине, до свидули. Ребята, серийка просто бомба. Серийка просто бомба это, конечно. Блин, ну, максималка. Блин, сколько максималка? Бесконечно, что ли? Она реально летит. Тачка просто летит, я не понимаю, где лучше затестировать ее? Какой-то аэропорт, может, нужен? Тут, наверное, никак в аэропорт не заехать, все-таки РПС... Вау! Тихо, на встречку выехал, извиняюсь. Да, пацаны, не проверю я, наверное, максималку, как я и хочу. Но тут и 300 км сейчас, походу, есть, и 310, мне кажется. Тачка просто летает, жестко причем. Я не знаю... Просто какая вот, просто вот напиши в комментарии, если знаешь место, где можно тачку затестить на скорость. Вот напиши, где самое лучшее место для теста машин. Во, пацаны, с горки лечу просто. Вау, да я в космос просто, пацаны, все улетел. Размотался просто, ребята, это жестко, это реально жестко. Так, пацаны, давай, короче, еще на одну прямую дорогу затестируем просто, потому что... Вот тут еще одна прямая есть около автосалона. Прикольных машинок таких, прям престижных, да? Вот, да, мы ее тоже затестируем. Она, в принципе, такая удобная. Блин, тут надо прям с горки, наверное, катиться. Сейчас будет поворот, и я снова не смогу максималку. Блин, ребят, короче, вот сейчас... Еще раз подытожим давай. Гелик реально четкий. Реально, вот он летит как надо. Топит как надо, просто... По любому месту фигарит как надо. Это мы еще не тестили его, ребята, на бездорожье. Я только тачку, по-моему, опять на бездорожье. Тихо, тихо, сейчас прямая будет жесткая, городская. Подожди, пока 270. Лечу по городу прям. Тихо, не лагай, игра, не лагай. Ребята, 280 по городу. Фигарю. Вау, давай, 90, вот 290, пожалуйста. Ну давай, давай, 290. В городе, пацаны! Воу, тихо, тормоз! Вау! Ё-моё! Фух, застрелил. 290. Ну, мне кажется, даже еще больше можно. И 300 можно сделать. Это просто нужна прямая, прям я летел, чтобы очень быстро. Ребята, да. Вот, я вам уже говорил, что я буду чиповать. Все, слово я сдержал. Я реально тачку чипанул. И она просто...
Вообще зверь полный. На ней реально теперь хочется гонять. Ну, ребят, если вы, конечно, будете так же гонять, то, конечно же, нужно штрафики платить. Да, потому что с такой скоростью штрафов можно очень много поймать. Ну, стоп, все, я еще хочу погонять. Еще хочу. Просто глянь. Я фигарю просто, вообще жестко. Это реально экшен. Вот мне очень нравится, как я тут фигарю по городу. Главное внимательно, никого не сбить. Автобус с дороги. Раз, нормально лечу, пацаны, лечу. 270, с горки, давай с горки. 280. Все, на проселочную. Ой, на эту, на загородную. Выехали. Ребята, вау. Какой-то бас тут дерется с воздухом. Вообще, давай 290. 290 опять развил. Бам. Ой, а как это? Вы видали, как я так засейвился? Я сейчас умер вроде как, нет? Так, ладно, топим. До моста прям, да, до моста. До моста топим, топим. Ну да, нормально, короче. Я сейчас не успею 290 развить, конечно. Но, ребята, вот просто напиши в комментарии, что ты думаешь по этому поводу. Просто какая реально вот может быть максималка у нашего Гелича теперь. Блин, ребят, ну это топово. Это реально топово, да, я сверну к речке. Просто выпуск реально бомбезный. Обязательно заходи тоже, зарабатывай, играй. Про мой никнейм не забывай тоже, да. И играю тут очень часто. И 13-й сервачочек именно выбирай. Ничего, главное, не перепутай. Мой промик в воде. Ну, блин, просто глянь, как теперь у меня гелик выглядит. Особенно с тагдетателем, блин. Это просто мега-колхоз. Но это реально топово. Вот это реально бомба. Бомба, ё-моё. Тачка-бомба. Да, пацаны. Ну чё, всем огромное спасибо, ребят, за просмотр, за лайк, за комментарий, за подписку. Напиши в комментарии, какую мне еще тачку можно купить, прокачать и так далее. Я обязательно это сделаю, прокачаю, покатаюсь. Вот, потому что, да, жду вас на сервачочке, кстати говоря, тоже. Вот, ну а с вами был Ралюха, это был Радмир КРМП или же Хасл Онлайн, как хотите называйте, на мобилке, на компы. Да, можно одновременно играть. Спасибо большое за просмотр, за лайк, за комментарий, за подписку. Вы самые лучшие ребятушки. Вот вам просто скрин. На рабочий стол. Во, на телефон, скринчик. Вот такой вот, скрин. На обои ставь, реально получится бомбезно, отвечаю. Ребята, всем удачки и всем пока-пока.